Всем привет! И мы с вами продолжаем наших Робинзонов. Итак, давайте-ка мы с вами сходим еще раз в эту нашу тихую лагуну. Может быть, мы там не все проверили. Так, мы здесь с вами вернулись. Так, хорошо. Где тут наш? Оп-оп. Оп-оп. Вид, конечно, здесь шикарный, шикарный. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, а есть здесь там что-нибудь где-то посмотреть, исследуй, не знаю, о, стоять, это я вот таким образом, получается, я не видела, превосходно, иди возьми, замечательно, у меня еще тень это, опля, мы нашли веревку, здорово, это реально очень хорошо. Так, подождите, секундочку, минуточку, давайте-ка мы сделаем тени стандарт, отключить, стандарт, применить, бей, все, замечательно, вот оно в чем была проблема. Конечно же, кто бы сомневался. Так, иди-ка ты, наша дамочка, сюда. Тикс. На самом деле, вот мне очень, боже мой, я пытаюсь как-то сделать, чтобы я увидела все, что тут у нас есть. А я ничего видеть не могу. Я так хочу как-то увидеть красоты эти. Как я эти красоты увижу? Вот вы мне скажите. Ну никак. Ну что это такое? Такс. Такс. Хорошо. Давайте-ка мы с вами вернемся, наверное, домой побыстрее. Ну, блин, как-то вдруг мы вернемся домой сейчас? Ты-дин, мы вернулись. Так, хорошо. Где наш плод? Плод, плод. Так, ута наш ходит. О, давайте свяжем веревочками наш плотик. Ну-ка, давайте, я хочу на это посмотреть. Не знаю, будет здесь катсцена или нет, но я хочу просто элементарно даже сама глянуть, как это вот она будет здесь его связывать. Покажите. О, да, слушайте, мини-фильм. Только, простите. Как? Как ты поедешь? Ты мне скажи. Мне, конечно, рады, что ты нас так связываешь. О, уток нам пришел в гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты, конечно, молодец. Не, она молодец. Она у нас, знаете, так плод такой нормальный сделала. Ага. Молоток. Для первого раза получилось неплохо. Я полностью с тобой согласна, что для первого раза получилось очень даже неплохо. Так, хорошо, что нам надо? Что нам надо теперь? Посетить тихую лагуну. А зачем нам тихая лагуна, интересно? Так, хорошо. Ладно, давай. Хочешь тихую лагуну посидеть? Господи, потихим. Посетим тихую лагуну, значит. Ну, что ж ты? Что ж мне сделать? Так, ну, посетили мы тихую лагуну. И? А, или тихая лагуна считается прям к дому. К дому прям сюда прийти. Вот сюда прям прийти? Ну, иди сюда. А что мне здесь делать надо? Я не понимаю. Ну-ка. Боже мой, посетить, переехать в тихую лагуну. Ребята, у нас с вами переезд. Да ладно. Ха, замечательно. Так, хорошо, мы с вами это переедем. Но мне теперь назад надо на остров. Давайте пойдем назад на остров. Так, мы вернулись к нам. Давайте мы возьмем... Я не знаю. Давайте, наверное, тотем заберем. Возьмем его. Что тут мы еще можем сделать? А это мы можем взять с собой? Спать, спать. Давайте закрыть сундук. Хорошо. Ты делаешь там то, что я тебе говорю? Я не знаю, а это можно продавать или нет? Главное, чтобы не получилось так, что... А что сундук? Можно его как-то в багаж переместить? Ну ладно, давайте я его удалю просто. Я не знаю. Я вообще не понимаю, что я делаю. А как нам переехать в другую лагуну? Давай порубим вот здесь вот веточки еще. Так. Мне нравилось здесь на пляже. Очень даже неплохо. Где ты? А, вот ты. Хорошо. Надеть повседневную одежду.
А как переехать, простите? Ой. Ой. Так, окей, карьера. Как переехать? Переселиться в Тихую лагуну. Окей. Если Ута не отправит, ну, то Ута пускай шурует на работу. В чем проблема? Ой. Все как обычно. Как переехать? Ау. Как тебя переселить? Как переехать? Кто знает? А, кто знает, где? Так, давай срежем, не знаю. Вот, выехать! Превосходно. Вот если бы не эти веточки, я бы даже не додумала, что можно так выехать. Ух ты ж, это, господи, за заставка прикольная, прикольная. Так, самое прикольное, что она у нас прям оказалась на месте в этом, прям вот тут. Как-то так интересно это все, интересно. Ну, блин, я поздравляю, ребята, мы с вами переехали в лагуну тихую. Тихую лагуну, мы здесь будем тусить. А сюда можно тотем поставить? Так, что тут? Обустроить хижину. Я не против. Так, давайте. Это самое мое любимое занятие на самом-то деле. А все обустраивать. Учитывая, что здесь у нас кровать есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю, что ты хочешь, что тебе здесь делать, а что тебе поставить, а что ты хочешь. Так, ладно, хорошо, это все смешно, конечно, но давайте-ка мы с вами подумаем хорошенько. А что это? Это что такое? Что это такое? А это камень, камень, это просто стол. Хорошо, это кофейный столик. А, вот это у нас кофейный столик, значит, стоит. Окей. Так, комод у нас такой есть. Хорошо. Для кухни. Что вот это такое? Корзина для еды. Давайте мы возьмем корзину, во-первых, для еды. То есть, типа, ну, нам же надо где-то все хранить. Все. Может быть, так вот поставим. Окей. Так, хорошо. А это нам уже не надо с вами в любом случае. Так, лавочки, стульчики у нее есть. Столик у нее стоит, в принципе. Кровать у нее есть здесь. А это что такое? Покажите. Это же такое подушка для питомца. Ну, у нас пока питомца нету. Давайте мы еще повесим нам зеркальце. Посмотрим на себя наших красивых. Так, освещение у нее есть. Я это вижу. Вот у нее два есть освещения. Водичка. Что у нас здесь? Водичка. Нам надо. Давайте возьмем, наверное, мойку. Почему бы и нет, да? Правильно? А это 160 стоит. Ну, мойка вроде бы ничего такая. Но здесь ее как-то ставить на улице. Ладно, давайте у нее в доме будет мойка. Без разницы. Мы живем. О, тихая лагуна. Все. Ребята, мы с вами окончательно переехали. Что здесь у нас? Открыть корзину, проверить запасы пищи. Ой. Так. Показалось. Так, спину. Так, корзина. Так, хорошо. Что тут? Что-что? Исследовать с идолом? Куда-то дальше идти? Ну, знаете, я пока не готова для таких приключений. Давайте мы с вами лучше наберемся сил. Мы наловим рыбу на червяка. То есть мы с вами нормально подготовимся к сие манипуляциям каким-то, я не знаю. То есть... А что у нас там происходит? Что такое у нас здесь происходит? Такое чувство, что у нас как обезьяна, знаете, прета, как он называет, в плен взяла. Такая, что? Что? Блин, вот как я не люблю вот на самом деле вот эту камеру иногда. Так, я хочу как-то красиво сделать на обложку скрин, а я его не могу сделать, мне все не нравится. Серьезно. Поклоняюсь тебе, вождь мой. О, сие. Как там тебя? О, сие, обезьянус.
Так, учитывая, что будет вот так, наверное, да. Все. Все, мы с вами продолжаем. Простите за минуточку такую. Так, хорошо, дамзель наша. Шуруй, давай. Ну, знаете, в принципе, эта бухта очень даже такая неплохая. То, что здесь хотя бы есть дом у нас здесь мы закрыты от шторма различного, у нас вон там бабочки, и, как я понимаю, мы можем возвращаться на наш пляж. То есть, типа, оно все хорошо. Тем более у нас здесь есть бананы, у нас здесь все есть. Это очень даже неплохо. Что ты у нее еду просишь? Иди работай. И собирай бананы, давай. Она сама у меня кушать хочет. Что ты к ней лезешь? О, давайте, боже мой, у нас здесь с вами, ребята, у нас здесь есть. Мы можем с вами наконец-таки поесть нормально. Мы можем поесть нормально, господи. Иди зажечь, зажечь огонь, иди. Все, обезьяна. Мы с вами зажгли огонь и можем приготовить еду. Пообедать. Жарить, давайте. Жареные фрукты, правда, но да ладно. Ну, что же сделать? Фрукты, значит, фрукты, правда? Ой, она сразу их начала лопать. Ну, блин, ну это прикольно, конечно, что она их сразу начала лопать. Давай еще пожарь. Поужинать. Жареные фрукты. Так. Стоять. А почему ты как-то села очень странно? Я не понимаю, почему ты села. А. Она у нас получила 1000 баллов, да? Давайте поужинать. Жарить жареные фрукты. А, то есть все, я поняла. То есть, если мы нажимаем так, она прямо на открытом огне у нас готовит. А если так, то готовит именно там. Ну, молодок, молодок. Она у нас наелась вдоволь. Она у нас все это сделала. Хорошо, давайте мы с вами, может быть, собираем папайю. Мы с вами... Так, бананы все съел. Гадина. Иди собирай лучше этот. Так, и тут используем. О, у нас здесь есть веточки. Давай еще вот тут вот собираю запасы пищи. Давай вот тебе здесь мы поплаваем здесь немножко. И, наверное, мы потом с вами пойдем спать. И я думаю, что мы уже с вами встретимся в другой серии. Да, эта серия очень-очень коротенькая получилась, но опа, а это что такое? А, это Лиана? Я хотела сказать, это что, змея? Ну, какая змея? Это Sims 2. Хотя, в этой части игры я уже не удивлюсь, наверное, ничему. Как бы у нас много чего здесь произошло с вами, здесь реально много всяких различных катсцен, и это очень классно. Спать в пижаме. Идеально. О, переодеться в повседневный выходной костюм, пижама, нижнее белье. Это очень даже неплохо. Мимика, так, навести марафет, изменить внешность. Все, короче говоря, все. Мы сейчас с вами здесь ставим, как эти местные жители. Так что, ребятульки, давайте мы с вами уже встретимся в следующей серии. Так что спасибо, что вы были со мной. Эта серия, еще раз повторюсь, очень-очень коротенькая у нас получилась, но достаточно много чего мы сделали. Так что спасибо, что вы были со мной, и всем пока-пока.